3-4. Ура! И вновь в эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Третья игровая тройка. Денис Баланцев, деревня Высокого, Тверская область. Светлана Полежаева, город Ставрополь. И Шасмеддин Нажмеддинов, село Агалык, Узбекистан. Денис Владимирович, вращайте, пожалуйста, барабан, ваш ход. Говорим мы прям-таки, знаете о ком? Прямо об ней мы говорим, вот об ней. О Розе. Мы говорим о Розе. Вот, Роза. Только что выяснилось, что вообще Роза – это цветок Богоматери. Цветок, символизирующий невинность и посвящен Богоматери. В германские живописцы изображали Богоматерь с младенцем, окруженную тремя венками из роз. Венок из красных роз символизировал страдания, из желтых – славу. А что означал венок из белых роз? 450 очков на барабане, буква А. Верно! Откройте нам букву А. Такая буква здесь есть. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Вращайте, вращайте. Ради Бога! Вкусите этот сладостный напиток. Я хочу знать ваше мнение по этому поводу. Вкусите. И вы тоже, друзья мои, конечно. Попробуйте, попробуйте. Как? Вкусно. Вкусно? Вкусно очень. Да? Ой, я счастлив. Я счастлив. Okay. Просто я счастлив за производителей соков «Моя семья». Народ говорит «Вкусно!» Тысяча очков на барабане. Буква? Буква К. Как? К. Буква К? Да. Константин? Да. Нет, неверно. Такой буквы здесь нет. Ну? Чаровница. Вращайте барабан. Вы же видите, что я к вам неровно дышу. Мне бы только сейчас держать язык за зубами, да не подсказать. Говорите, все, что привезли, все, что хотите. Вы знаете, когда я училась в школе, и когда первый выпуск передачи только появился, я каждый раз, когда смотрела, я так мечтала попасть на эту передачу. Я думала, как же здорово, какая она необычная. И спустя 15 лет только произошло это такое чудесное событие. Я хочу вам сказать спасибо большое. Прежде всего вам, потому что без вас этой передачи просто не было бы. И я хотела бы, пользуясь случаем, такой случай никогда не предоставлялся мне, передать сегодня привет самому драгоценному и любимому моему человеку. Это моя бабуля, которую зовут Любовь, и также моим необыкновенным просто любимым моим родителям, мамулечке Людмила, и папа Владимир, и моей сестре Татьяне. Я хотела бы сказать, что я вас очень-очень люблю. Мне никогда не предоставлялось такой возможности сказать вам об этом вот так вот с экрана телевизора. И меня переполняют эмоции, но это действительно. Я очень люблю и дорожу своей семьей. Дай Бог, чтобы они жили долго. Дай Бог, чтобы так и было. И хотела бы подарить вам подарки, которые я привезла. Позволите? Подарки в студию. Откуда будут? К вам можно подойти? Сейчас, секундочку. Сейчас я все это поправлю, поправлю. А вот это еще не все. Сейчас, подождите, подождите. Сейчас я к вам подвину. Мы сделаем вот так. Вот, теперь давай. Вот здесь. Это что? А это я расскажу все. Рассказывай. Может. А подойти к вам потом можно будет? Конечно. Можно. Ой, простите. Боже мой. Ой, боже мой. Еще один подарочек. Ой, боже мой. Вы знаете, я родилась в Мурманской области, в Североморске, потому что папа был мой подводник, чем я очень горжусь. И, пользуясь случаем также, хотела бы передать всему морскому флоту привет большой. Благодаря моему отцу я родилась такой, какой вы видите меня сейчас. Спасибо ему, честь и хвала.
Но потом мы переехали в Ставропольский край, и большую часть жизни я провела в степях, в деревне, пила домашнее молочко и кушала такие вкусные яблочки и сливы. И от всей души, от всего сердца, от чистого сердца, мы, и я, и, в общем, все мои друзья, мы собирали все эти подарочки. Вот эти яблочки хотели, чтобы вы отведали. Вот эти божественные сливы, мед великолепный. И еще я привезла травы, такие как думочки. Я вот хотела бы вот о чем сказать. Моя мама уже 15 лет руководитель дома престарелых. Она была организатором этого дома. Он считается одним из самых лучших в Ставропольском крае. И опять-таки, пользуясь случаем, хочу сказать огромную благодарность моей мамуле, драгоценной, за такое доброе дело, которое она делает в этой жизни. Она помогает очень многим-многим пожилым людям. Слава Богу, что у нее есть силы все это делать. И в этом доме престарелых, помимо того, что у них есть там какое-то хозяйство, они выращивают травы. И вот бабушки своими ручками собирали эти травы, делали вот эти подушечки, все это складывали. Они вас очень любят, просили вам передать огромный привет. Это действительно народная любовь, которая сложилась уже годами. Это действительно, вот вы заслужили, это правда. Они хотели, чтобы вам принесло это пользу, воспоминания какие-то приятные, память. И еще моя бабуля... А вы знаете, когда вот вы устали после трудового дня рабочего, и когда вы будете ложиться спать, у них такой очень приятный аромат, вы можете просто рядом положить или заваривать эти травы. Ну, в общем, я вам расскажу потом попозже, как пользоваться этим. На ночь. Да. Я уверена, что они очень хотели, чтобы вам это понравилось и пригодилось, и было в пользу. Спасибо. Но это еще не все. Моя бабуля, когда я еще в школу ходила, она всегда смотрела на вас и говорила: ну вот посмотри, внучечка, вот какой прелестный Леонид, вот у него такие красивые усы. Я говорила: да, бабуля, ну действительно, ведущий, он такой приятный мужчина. Она говорила: а ты знаешь, когда я была молодая, ведь у меня был жених с усами, и я, знаешь, что поняла, какую вещь? Поцелуй без усов, что чай без сахара. Поэтому, если вы позволите, я подойду и поцелую вас. Ну, когда бы я вот еще бы прижалась. Ну, спасибо. Ой, приятно. Но это и не все подарочки. А что? Ну, мне очень нравится работать с людьми, с клиентами, делать им красивые лица. Ну, то есть макияж... Да, массаж и так далее. Я вам принесла некоторые средства, такие очень приятные, которые я могу, в принципе, это сделать сама с удовольствием, с огромным, с желанием нанести масочку вам, и вы будете еще прекраснее, чем вы есть. С большой радостью. Это когда мы будем заниматься травами. Да. 450 очков на барабане. Буква Е. Буква Е. А задание-то... Я помню. Да-да. Более-менее. Ну-ка. Что значил венок, если я правильно понимаю, у изголовья Божьей Матери из белых роз, да? Да. А вы сказали буква Е. Нет. Ой, нет, ах, вы ошиблись. Жаль. Единственное, что может исправить эту неловкость, если вы своими руками одно это красное яблоко дадите чаровнице, которая стоит рядом с вами. Ой, самое красивое. Самое красивое. Ой, пожалуйста. Держите. Вращайте барабан, мой друг. А вы идите сюда. С яблоком. Ну, идите без яблока. Идите. Никто не съест. Как звать вас величать? Маржона. Маржона. Это кто, ваш папа? Дядя. Дядя. Как папу вашего зовут? Я забыла. Как зовут папу? А как полагается, у вас в народе принято называть по имени или по имени-отчеству? По имени. Только по имени, да? Да. Отчество не говорят? Говорят. А, не говорят? Говорят. А как тогда она? Марджона? Усманова Марджона Ильхамович. Что? Марджон? Усманова Марджона Ильхамович. Ильхомович? Да. Марджона Ильхомович? Да? Да? Правильно? Да. Маржона, друг мой. Скажите мне, пожалуйста, вы очаровать. Глаза у вас можно утонуть совершенно. Глаза замашедшие. Скажите, что вы нам приготовили? Вы будете что ли петь? Песню. Давай.
Держи. А, давай танцевать, а я буду держать, давай. Ну танцуй, все хотят, похожими хотят, похожими хотят, не играют. Ну танцуй, все хотят, похожими хотят, похожими хотят, не зря, не зря. На мгновенье надо детство возвратить. Мы теперь утята, и так прекрасно на свете жить. Умница. Молодец. 500 очков на барабане. Букву назовите, все остальное потом. Буква М. Какая? М. Иди к дяде, иди к дяде, иди, поцелуй дядю. Вращайте барабан. Буквы М здесь нет. Что имеете нам сказать? Леонид Аркадьевич, я приехал из Тверской области, да. И, как говорится, привез с собой подарки. Подарки, да. В студию. Вот. А это зачем? Это так, как у меня свой шиномонтаж. Мы с другом вам привезли подарок. Ровно резину, по Жванецкому. Да, к вам на автомобиль. Спасибо. Вот. И так как... Ставь. Что это? Это домкрат, чтобы переобуть резину. Спасибо, мой дорогой. Спасибо. И так как закончился сезон уборки урожая, свежий как картошечки вам. Спасибо, мой милый, я тронут. Сектор шанс на барабане. Хотите воспользоваться, пожалуйста? Нет. Не хотите? 1000 очков. Буква Ж. Какая? Ж. Чего это вдруг-то? Неверно. Такой буквы здесь нет, но вы-то... Но вы-то должны отгадать. Вращайте барабан. Свет Владимировна. Ой, я... Ну? Очаровалась с вами. Нет, это я очаровался. Глотните сок. Глотните, немедленно глотните сок. Послушайте, ведь это же прекрасно. Роза – цветок Богоматери. Германские живописцы описывали разные цвета венков из роз, которые окружали младенца, в том числе один из них белый. Что он символизировал? Красный символизировал страдания, желтый – славу. Это естественно. А что еще-то? 750 очков. Буква И. Какая? И. Нет? Да нет. Нет. Вы же воплощение того, о чем я говорю. Вращайте барабан. Что вы на меня так смотрите? Дядя. Рассказывайте, дядя. Леонид Аркадьевич, да. От нашей города Узбекистана я поблагодарю вас. Ой. Я говорю, Дина, ага. Я говорю, в студию. И еще манты из национальной жена готовила. С руками. И еще, Леонид Аркадьевич, табака из нашего фабрика, Илансайский, село Агали. Вот, это люди возрадуются сейчас. Эх, ма. Эх. Ой, какие аплодисменты. Все для вас. Но 500 очков на барабане. Буква? Буква О. Откройте букву О! Будете барабан вращать? Вращайте. А слово про вас. Прям про вас слово. Вот я на вас смотрю, думаю, точно про нее. Прям точно про нее. Крутится, крутится барабан, 850 очков. Буква? Буква У. Нет. Неверно. Вы будете вращать барабан? Да, пожалуйста. Желтая – слава. Красная – в общем, не очень хорошо. Ленитар, а вот белая… Пользуясь случаем, хочу передать привет. Да, пожалуйста, уже он может запретить. Передаю привет всем своим родственникам, семье Балансовых, мама, папа, привет. Всем родственникам из Ростова-на-Дону, Сапсалевым, Долженко, всем своим друзьям. Передаю привет Ирине,
Передаю привет своей жене, сестре. И хочу поздравить жену с нашим праздником, с годовщиной прошедшей свадьбы. Вот. И всем, кто меня знает. Большой привет поселку Рамешки. Всем привет. Ну, ровно посередине, между плюсом и 450 очками. Что хотите, то и убирайте. Плюс. Плюс, давайте. Первое. Откройте первую букву. Тихо всем. Это христианство в чистом виде. Будете вращать. Тихо. Будете вращать барабан. Раз, два. Вращайте. Тихо всем. Я предлагаю вам глотнуть сока. Сока глотнуть я предлагаю вам. Моя семья, если рядом с вами, то это важно. Даже вы не представляете себе, как важно. 850 очков, буква. Тихо всем. Тихо всем. Н. Н, Николай. Нет, неверно. Ну! Вы позволите мне покрутить, да? Зачем? Нет? А позволите сказать слово? Конечно. Радость. Ну, конечно! Конечно, радость! Вот она перед нами. Третий финалист капитал-шоу «Поле чудес» – «Радость». От капитал-шоу «Поле чудес» от Первого канала подарки третьей тройки игроков в студию. Иди сюда. Иди сюда. Ой, какие аплодисменты. Батюшки мои, батюшки мои, батюшки мои. Спасибо. Ты очень красивый человек. Вы нас очаровали исполнением песни совершенно. Эти аплодисменты навеки будут рядом с вами. Я вам обещаю. Подарок в студию. Бери, мой друг. Скажи, пожалуйста, а ты можешь... Вы из Душанбе, да? Вы из Узбекистана? Город Самарканд. Ты по-узбекски говоришь? Как забыла. Но ты можешь сказать по-узбекски: большое вам спасибо, отдохните, пожалуйста, немножко. Рахмат. Ну, как сказать, отдохните немножко. Как сказать? Тоже не Значит так, пока вы, узбеки, не выучите родной язык, рекламная пауза.